Щеки мороз, на ресницах снежинки, как бусы. Потому что и мне самому, и Мунелле все бусы по вкусу. Минута славы. 7 лет в эфире. Дерзайте, страдайте, но главное, верьте в победу. Мы прошли тернистый путь. Но без сомнения нынешний сезон стал особенным. Главная награда – участие в открытии Олимпиады. Такого в истории шоу еще не было. Вполне могу представить себе этот номер в рамках культурной программы Олимпиады. На Олимпийские игры приглашаются самые-самые-самых-самых. Я увидела мастера высокого класса. Очень-очень здорово. Это просто талант. Это не только история одной минуты славы. Это история страны, которая ждет большого события. 5 финалистов. Сегодня их судьба в руках жюри. Алексей Бусько и Анастасия Харченко. Театр теней «Теулис». Александр Магала. Никита Измайлов. Братья Кибенко. Перед вами финалисты нашего шоу. И перед вами... Лучший из лучших, и среди них есть победитель. Итак, многоуважаемые члены жюри, мы с нетерпением...